I gotta win this fight. Gonna face the music before I lose it, and I gotta do this while I'm alive. Gonna face the music, it's time to prove it. I'm making history while I'm alive, 'cause now's my time. Я верю в то, что наш стратегический план в 15 миллионов тонн экспорта мы можем достичь быстрее, чем за 5 лет, как мы себе поставили. Реализовав задачу этого года, я думаю, мы себе там следующие планы будем строить более амбициозные. Ну, а лидер иначе поступать и не может, кроме, как всегда, хотеть максимального. Я хочу, чтобы каждый из вас хотел максимального для себя. Чтобы каждый из вас реализовывал себя на максимум, соответственно, раскрывался, рос. В следующем году мы планируем с вами уже приобрести 12 миллионов тонн продукции, зерно плюс подсолнечник. Это огромный прыжок, мы таких с вами еще шагов вперед не делали. И действительно, и на рынке, и у компании это для всех нас тоже возможность делать то, что не делали никто никогда в нашей стране. Давайте заботиться о коллегах и вовремя вносить информацию в систему. Давайте быть носителями прозрачности и открытости. Кернов своим примером показал, что вот эта вот смелость быть открытым и прозрачным, она вознаграждается. Когда рекорд бьет тут один, потом следом за ним идут другие. У департамента закупок очередной вызов про очередной рекорд. И в этом году, и в следующие 5 лет это очень вдохновляет, потому что мы как лидеры должны показывать лучшие результаты и пробивать эту стену. Для того, чтобы заработать хотя бы $1, нам с вами надо поднять зад. Fight. Oh, I gotta win this fight. Gonna face the music.